Мазь Вишневского имеет более чем 50-летнюю историю и зарекомендовала себя как эффективное средство для заживления ран и борьбы с кожными высыпаниями. Состав мази просто содержит исключительно натуральные компоненты, а именно: касторовое масло, деготь и ксероформ – это соли висмута. Грамотно подобранные пропорции компонентов обеспечивают благоприятный эффект. Мазь не только вытягивает нагноение из кожи, но и способствует полному заживлению ранок. От прыща и следа не остается. Это касается не только поверхностных комедонов, но и глубоко расположенных подкожных прыщей. Уходит отечность и синюшность в месте локализации прыща, снижается болезненность и воспаление. У мази Вишневского очень широкий спектр действия. Противовоспалительная, противоотечная, дезинфицирующая, антисептическая, способствует регенерации, подсушивает раны и в то же время смягчает кожу. Мазь Вишневского – это не косметический крем. Средство имеет сильный специфический запах. Чтобы получить быстрый эффект, мазь накладывают толстым слоем на продолжительное время. Если это локальное применение, нанесите мазь на кусочек марли или ватный диск, приложите и закрепите пластырем. Предварительно кожу лучше распарить или сделать аппликацию после ванны, оставив мазь на ночь. В случае, когда поражен большой участок кожи, сделайте тканевую маску, предварительно прорезав отверстие для глаз, нос и рта. Ткань, пропитанную мазью, выдержите 2-3 часа, если выдержите, то лучше дольше. Терпение будет вознаграждено меньше, чем прекрасным результатом. Силен чем сэч равно 700, больше чем.